Добрый день, друзья, с вами Константин Горбунов, и, как я и обещал, записываю настройку рекламной кампании ремонта КПП по Питеру. Если вы вспомните, то в первый день мы с вами парсили ключи для двух проектов, это были натяжные потолки и ремонт КПП. Второй день мы с вами делали рекламную кампанию по натяжным потолкам, и я не успел сделать ремонт КПП, потому что уже 8 часов и так длился вебинар. Поэтому я сделал специальный скринкаст с моими комментариями, которые вы можете сейчас прослушать, и посмотреть, как же я делал эту рекламную кампанию. Ссылочку на первый день и на второй день я оставлю в описании под этим роликом. Надеюсь, вам понравится. Итак, в первые 40 секунд, что я говорил, мы с вами оптимизировали наши группы в K-коллекторе, чтобы было удобно с ними работать. Я раскидал их по темам АКПП. В АКПП был ремонт, в АКПП была замена масла, диагностика и прочие услуги. Также я раскидал на темы вариатор, роботы, ДСГ и гидротрансформаторы. Также мы продолжаем оптимизировать группы кей-коллектора, добавляем новые группы мусор. Причем группы мусор мы делим на несколько типов, в основном на АКПП, вариатор, ДСГ и прочее. И начинаем составлять список стоп-слов. Список стоп-слов мы начинаем создавать в первую очередь для АКПП и самым дедовским методом, то есть проходя списком от самых популярных частотных запросов к самым непопулярным, и сначала проходимся, собираем их вручную, скажем так, зрительным способом от самых популярных к самым непопулярным. Можно это делать руками, можно это делать с помощью правой кнопкой мыши и добавлять каждое отдельное слово. Также на экране сейчас происходило то, что мы добавляли минус города из нашего замечательного сервиса adpam.ru, минус города. Мы собрали список городов, которые нам не подходят, и также их добавили списком отдельным в стоп-слова кей-коллектора и создали отдельную группу под мусор городов. Ну а теперь мы продолжаем проходить зрительным методом и искать неподходящие слова в наших объединенных группах по АКПП, то есть это ремонт, диагностика, замена масла и прочие услуги по АКПП, и зрительным методом от самых высокочастотных к самым низкочастотным ключам проходимся и выбираем ненужные нам ключи. Также напомню, что я создавал группы мусор не для того, чтобы они пустовали, а для того, чтобы туда переносить неподходящие нам ключевые фразы. То есть, если нам понадобится вдруг восстановить эти фразы, мы сможем их восстановить из той самой папки. И также это помогает нам при дополнительном парсинге, когда мы начинаем второй, третий, пятый раз перепаршивать какие-то группы объявлений, в группе мусор уже эти ключи есть, и они не будут заново собираться, их не надо будет заново чистить. Пиратская станция 6. Русская версия. Также не забывайте проверять сомнительные ключи в Яндекс.Картинках на предмет того, что большая часть картинок должна совпадать с вашей тематикой. Также не забывайте, что собирать стоп-слова и списки стоп-слов можно через данные анализ групп. И также можно выделить весь ваш список ключей и выбрать все ваши ключи в список минус слов. И там тоже выбирать. То есть несколькими вариантами вы можете ускорить работу по сбору минус фраз. Но я делаю по старинке, потому что мне практически все мои ключи подходят. И остаются совершенно немного, которые не подходят. Это отечественный автопром, мототехника и некоторые
заковыристые ключи, которые не относятся к АКПП или относятся к ним очень-очень косвенно. Также за кадром для ремонта АКПП я прошелся,
как раз анализом групп, также дополнительно прошелся, выбрал все ключи, добавил их в список минус фраз, просмотрел их, но особо большого количества ключей я в минус фразы не отправил, потому что у меня очень-очень большое количество автомобилей, моделей, марок, моделей самих коробок, литражей двигателей и тому подобное, поэтому что-либо отбраковывать я, к сожалению, не смог. Поэтому вот старинный способ показался самым хорошим. Вот сейчас на экране как раз я произвожу очень интересную операцию. Я для экономии времени, в первую очередь. Во-вторых, так как у нас будет создана рекламная сеть Яндекса, да и поиск у нас, тем не менее, с огромным количеством ключей, семантики и так далее, я отбрасываю все ключи, у которых меньше 15 показов по АКПП. Далее я произвожу перегруппировку ключей. Я переношу ключи, не связанные с КПП напрямую, то есть у нас есть еще вариаторы, DSG и тому подобное. Все это я переношу в другие группы, для которых будут сделаны, естественно, отдельные и объявления, и вообще отдельные рекламные кампании. И отдельно их я буду, естественно, обрабатывать. Ну, отчасти я уже их обработал, но я их буду вкупе с теми ключами тематическими, DSG к DSG, вариатор к вариатору, гидротрансформатор к трансформатору, я буду их обрабатывать. Ну а теперь по аналогии с АКПП, АКПП это, естественно, наши основные ключи, по которым мы будем получать максимальное количество трафика, мы работаем с ключами вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, то есть я их разделяю на услуги и начинаю их обрабатывать.
Также напомню, что у нас были спаршены все типы коробок, которые мы взяли с какого-то сайта, привели их в более-менее богоподобный вид в Excel, проверили каждый ключ, вставляя его в Яндекс.Картинки на предмет того, что это действительно коробка, а не какая-то запчасть или автомобиль, или модель двигателя, или что-то еще. И эти ключи также мы группируем, чистим и подготавливаем к созданию для нее отдельной рекламной кампании. Начинаем работать с Direct Commander, получаем шаблонную рекламную кампанию в Excel, чистим ее, подготавливаем, убираем лишние поля и переходим к AdPump, в генератор объявлений, где мы начинаем создавать рекламную кампанию, максимально приближенную к один к одному, потому что у нас будет рекламная кампания в первую очередь на поиске, и нам надо максимально детально ответить пользователю по его запросу. Если он спрашивал, например, ремонт АКПП под Nissan Pathfinder, значит, мы должны ему также и ответить. Проводим шаблонные настройки нашего генератора объявлений, подгоняем, чтобы все у нас было правильно, стараемся сделать так, чтобы у нас максимально было сгруппированы ключи. Ну, в нашем случае вообще идеально все, так как слова ремонт, АКПП и какие-то короткие названия марок автомобилей, моделей и так далее отлично входят в заголовок. Поэтому у нас отлично шаблонно подходят тексты объявлений, которые мы сможем с вами очень легко загрузить. Также наши ключи будут разгруппированы, естественно, по разным рекламным кампаниям. Напомню, у нас разные есть услуги: диагностика, сам ремонт, замена масла и прочие ключи, которые мы также будем отдельно подготавливать. Ну а пока загружаем первую рекламную кампанию в Excel и далее в Direct Commander на проверку. Да, также очень важно заметить то, что мы создаем рекламную кампанию действительно один к одному. Но если вы вспомните чуть ранее, мы с вами убрали ключи, у которых менее 15 показов в месяц по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, собственно, по которой мы будем рекламироваться. И при обходе робот мало показов в Яндекс.Директе на это ругаться не будет. Собственно, если вдруг он начнет на что-то ругаться, на какие-то ключи, мы сможем выгрузить их в Excel и далее перегруппировать. Но 95% ключей будут спокойно проходить мало показов и работать один к одному без каких-либо проблем. Сейчас мы с вами видим, как я пользуюсь сервисом AdPump, массовое изготовление UTM-меток, где мы можем создать массово UTM метки под каждое из наших объявлений. Также мы с вами создаем быстрые ссылки, ссылки быстрых ссылок и отображаемые ссылки на каждую из групп объявлений. Далее через буфер обмена мы загружаем рекламную кампанию в Direct Commander, проставляем цены во фразах,
Также проверяем наши объявления на то, чтобы там не было ошибок. Если они вдруг есть, мы их исправляем. Например, заново идем в Excel, перерабатываем объявления и загружаем заново. И повторяем эти процедуры для диагностики АКПП, замена масла АКПП и остальных ключей, которые у нас будут для АКПП. Для них мы создадим, естественно, отдельные рекламные кампании. Поэтому будут у нас отдельные заголовки объявлений и отдельные UTM-метки. При создании рекламной кампании, в которой больше 1000 групп, нам необходимо разделить такую рекламную кампанию на две рекламные кампании, что, собственно, я сейчас и делаю. По сути, эти операции будут сейчас повторяться у вас на экране несколько раз. Если вы вдруг что-то не уловили, вы можете несколько раз их просмотреть. В итоге мы загружаем все наши ключи, которые у нас обработаны, в разные рекламные кампании в Direct Commander. Пиратская станция 6. Русская версия.
После загрузки всех наших рекламных кампаний на поиске мы выделяем все наши рекламные кампании и делаем им настройки. В том числе мы собираем единый набор минус-фраз. Также мы настраиваем геотаргетинг. Мы делаем дополнительные настройки в виде дополнительного счетчика метрики. Авторасширение фраз. Настраиваем стратегию размещения и так далее. Все у вас сейчас на экране. Сейчас на экране вы видите как раз одну из небольших ошибок, которая, скорее всего, будет и у вас. После того, как вы будете загружать около 10 тысяч ключей, вы найдете то, что некоторые объявления нужно переписать. Но так как вы сделали их шаблонными, скорее всего, все 10 тысяч вы не проверяли, надо бы их переписать. И для этого идеальный инструмент как раз сам Direct Commander, который позволяет нам полностью отфильтровать те объявления, которые нам нужно отредактировать, например, с помощью группы объявлений, и переписать объявления, либо отредактировать их массово. Также есть возможность, как делать фильтр на равно, либо только входит. Также можно сделать фильтр в Direct Commander не равно, что позволяет практически массово исправлять рекламные кампании на ходу. Как итог, вы должны получить отличные аббревиатуры, например, CVT, Audi и так далее. Если какие-то из аббревиатур или слов с большой буквы массово не попали вам в взор, когда вы делали через генератор объявлений AdPump свои объявления, то вы спокойно можете их сделать в Direct Commander. Также в Direct Commander вы можете удалить неподходящие вам фразы, потому что фразы у вас названы так же, как и группа объявлений, и добавить в параметры рекламной кампании, в минус слова на всю рекламную кампанию, на все даже рекламные кампании, те ключи, которые не подходят.
Пиратская станция 6. Русская версия. Перед созданием рекламной кампании в RSYA, а мы ее будем, естественно, создавать из новых ключей, то есть отчасти мы возьмем рекламные кампании, которые у нас уже загружены в Direct Commander, но выгрузим их обратно в Excel и снова будем с ними работать. Вы не забудьте обязательно переминусовать между собой все рекламные кампании, которые у нас находятся на поиске, и проставить ценники. И можно отправлять рекламную кампанию на модерацию. Также не забудьте про лимиты, которые желательно проставить на каждую рекламную кампанию, и также остановить рекламную кампанию до завершения модерации. Ну а мы создаем рекламную кампанию, то есть берем, выбираем, например, вариаторы, как сейчас происходит на экране, и объединяем их в одну рекламную кампанию из двух поисковых. Если необходимо, можно добавить новые ключи, но у нас и так все ключи от вариаторов собраны. Нам их нужно просто сгруппировать в одну рекламную кампанию под какие-то общие шаблонные объявления, которые мы также сейчас будем создавать. И, естественно, часть объявлений в RSYA у нас останутся тематические, то есть если вариатор, ремонт Nissan Pathfinder, то, естественно, такой заголовок мы обязательно оставим в RSYA. А на все остальные ключи, в которые являются околотематические или слишком общие, мы будем писать общее шаблонное объявление и группировать в одни группы.
Выбираем все наши рекламные кампании RSA и делаем им собственные настройки. Это геотаргетинг, проверяем временной таргетинг, должны проставить единый набор минус фраз и сделать настройки под RSA, в том числе проставить дополнительные счетчики метрики, проверить и включить авторасширение фраз. Далее начинаем делать Яндекс-визитку для всех объявлений, в том числе и на поиске, и в рекламной сети Яндекса. И, естественно, настраиваем уточнения для объявлений на поиске. Ну а теперь мы начинаем подбирать картинки, тематические картинки под каждую из рекламных сетей Яндекса. Я, по сути, оставил для вас вариацию создания объявлений как 4 к 3, так и объявлений 16 к 9. Они должны быть созданы для каждой группы объявлений раздельные. Ну, естественно, должны быть загружены отдельные RSA-картинки. У нас закончились баллы API. Такое бывает, когда вы загружаете большое количество рекламных кампаний. Мы с вами, напомню, загрузили практически 20 тысяч ключей за несколько часов. Поэтому, естественно, баллы очень быстро закончились. Ничего страшного. Мы продолжаем создание графических объявлений. Но для того, чтобы сделать более качественное графическое объявление, мы создаем... Открываем Photoshop и начинаем создание графических объявлений нескольких типов, по сути баннеров, которые также нам очень тематически подходят. Пока, по сути, ждем, когда у нас снова отрегенятся баллы. Это случится через несколько часов, и мы продолжим. Ну, собственно, мы производим последние действия. Мы выгрузили рекламную сеть Яндекса, первую нашу рекламную кампанию, в которой мы создали два шаблонных графических объявлений. Мы их размножаем на все наши рекламные кампании, на все наши группы кампаний RSA. Далее мы создаем кампанию в ретаргетинге. Для этого мы для начала создаем первое шаблонное объявление. Далее мы заходим, проверяем, есть ли вообще какие-то сегменты. Если сегменты какие-то нет, либо вы хотите создать новые, создаете в Яндекс.Метрике новые сегменты, подготавливаете их. И далее вы загружаете это шаблонное объявление и через Direct Commander, создаете еще несколько объявлений для ретаргетинга. Там же можете создать картинку, проставить Яндекс.Визитку. И, собственно, отправить все ваши рекламные кампании на модерацию. Не забудьте в конце обязательно проставить везде лимиты во всех рекламных кампаниях и остановить до прохождения модерации ваших рекламных кампаний. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте их под видео. Всего вам хорошего!